В региональном правительстве состоялась ежегодная церемония вручения премии и стипендий губернатора Ивановской области. Памятные медали и денежные поощрения получили 36 студентов вузов и профессиональных училищ. Впервые благодарственные письма также получили ректоры ивановских вузов. Их глава региона поблагодарил за воспитание инициативной молодежи, которая продвигала Иваново на международном европейском конкурсе «Столица Европы». Еще 16 талантливых молодых людей получили премию губернатора. Конкурсантам пришлось пройти серьезный отбор. В числе лучших номинации «Талант руководителя» оказалась Елена Рощук, специалист городского молодежного центра. Это очень большой труд, так как я являюсь педагогом. Работа с детьми – это очень тяжело. И отчасти наша работа действительно зависит от наших воспитанников, насколько они верят, насколько они любят то, чем они занимаются. Вот. И если, соответственно, есть эти качества, то наше дело, руководителя, да, наше истинная цель, да, которую мы хотим добиться, это помогает на самом деле.